Сейчас стою на берегу Курского залива в районе Танцующего леса, и в 4 километрах от поселка Рыбачий. Вот он, там некоторые строения сейчас будут видны. Вот это вот, там вот находится поселок Рыбачий. Вот. Место очень красивое. Деревья такие поваленные бурей. Вот, солнышко светит, может быть, не совсем кстати для видеосъемки, но тем не менее смотреть красиво очень. Вот этот берег такой здесь. Вот они, деревья выкорчеванные с корнями. Следы деятельности водной и воздушной стихии. Там за мысом, за этим находится поселок Морское. Это и последний, скажем так, более-менее значимый населенный пункт перед литовской границей. Его не видно. Вот. Залив, водичка такая желтовато-коричневая. Она пресная здесь, не очень чистая. Собственно говоря, в заливе не принято в этом купаться из-за его, так сказать, не очень хорошей чистоты. Хотя вода здесь всегда теплее, чем в море. Она прогревается, залив закрытый, собственно говоря, и не очень глубокий. Вот. Но тем не менее, вот никто в это уже особенно плескаться не собирается. Вот. Тут какие-то живые существа, микроорганизмы живут. Сейчас мы посмотрим еще немножко. Вот. Вода с пеной, с этой. Ну, это пена в лучшей степени даже не морская, скажем так, она больше органическая. Поэтому говорить о стерильной чистоте залива не приходится. Лес здесь, конечно, очень хороший. Такой сухой, редкий достаточно, то есть по нему легко гулять. Вот, так что планировали посмотреть Танцующий лес, но вот зашли заодно и посмотрели на Курский залив. В этом году я Курский залив не видел еще. Видел только Балтийское море.